я, честно вам скажу, я не робот, и свою речь подготовил, но она где-то там, потому что я понимаю, что самое главное, то, что я принес вам сегодня в душе. Это главное, это радость, радость сердца. Я хочу подарить ее вам сегодня, чтобы у вас было хорошее настроение. Вы знаете, я, чтобы всегда я думал, мы все очень серьезные. Все лекторы, когда они говорят очень важные вещи. Но все очень серьезно. Мы боимся с какой-то стороны выглядеть нелепо. Я тут очень этого боюсь. Я боялся, когда я выйду сюда, потерять свои штаны. И думал, если меня светит, понимаете? И что будет? Я обозорюсь или что-то случится? Но это неправда. Я не должен об этом думать. Я совершенно не хочу об этом думать. Я хочу быть сегодня веселой и открытой. Я хочу принести в ваши души что-то очень классное. И это музыка. Я вам расскажу про музыку. Ничего нового. Ничего нового я вам не скажу. Я просто хочу вам сказать, что это очень классно. И что это нужно. Вы сейчас услышите. Thank you.
запинал на вінці, музику можна писати, даже в аэропорту. Я пішов наш київський телеканал, коли не нужно було летіти на якийсь концерт, і вдруг я понимаю, що це портал. Це портал може переміститися в другу точку планети. Я зрозумілася тільки радості, хоча яка радість, ходять люди, да? Збігався, що мати, якщо ситуація, это будет энергия.